Друзья, всем здорово, всем привет! С вами канал Охотничьи просторы Томича. Саня и Виталя, рады вас всех приветствовать. Давайте сегодня отстреляем новое устройство у нашей линейки. Это портированный цилиндр Прогресс 0.0 сужение. Так, значит, ружье газоотводный полуавтомат МР-155-710 ствол. В совокупности с прогрессом 4 сантиметра ствол у нас получается 750. Долго мы стремились, долго мы его хотели. Наконец-то нам его сделали. Вот, кто-то, ребята, уже пользуется, стреляет. И настала наша пора его отстрелять. Дистанцию для отстрела мы выбрали 30 метров. Вот, стоит хрон. Ну, тут не 30, тут где-то будет 31. Вот так вот. Стоит хрон. Будем пробовать замерять, если погода даст снег. Что-то последние ролики предыдущие до этого он погоду показывал иногда. Так, ну и отстреляем 4 мишени. По номерам я решил отстрелять цилиндр. Семерка, пятерка, тройка и единица. Давайте начнем с семерки и пятерки. Семерка будет калашников, 32 грамма. Контейнер пойдет в левую мишень. Пятерка будет 34 грамма, 34 грамма. Главпатрон Сильвершот, тоже контейнер. Ну, предлагаю начинать. Так, начинаем мы с семерочки. Левая мишень. Готов? Давай, Сань. Триста девяносто семь. 463, бля. Чувствуется отдача, что-то такая. Ага. Так. Семерка калашников. Пятерка главпатрон Сильвер. Давайте посмотрим. Второй выстрел 463, первый выстрел калаш 397. Память стираем. Погнали. Посмотрим, что получилось у нас на цилиндре. Так, 31 метр, ну вот я такую дальнюю самую дистанцию взял для цилиндра. Ну, будем говорить потолок его, да? Это у нас пятерочка была, вот. А это семерочка. Широкий такой формат боя. То, что нужно. Давайте сейчас все отметим, включимся, покажем. Так, у меня был номер 5. Итак, цилиндр, значит, на семерке 32 грамма контейнерный калашников. Дал результат 163 дробины, считаю, полная мишень усыпана. То есть, вот мы стреляли на пограничную дистанцию, 31 метр. Я считаю, можно тянуться по тому же там фазану, косачу там улетающему, взлетающему из-под ног где-то утки, да, то есть, ну, я бы сказал, достаточно неплохо. Пятерка 107 дробин попала, тоже, в принципе, неплохой результат, неплохой. То есть подобрать еще боеприпас, какой-нибудь хороший свой самокрут, и будет вообще отлично. Ну, как бы и вот семерку, да, вот на пограничную зону, я считаю, выстрел неплохой. Единственное, мы, наверное, пятерочкой еще потом бахнем метров на 20. Посмотрим, какой будет результат. А сейчас с той же дистанции мы стрельнем
троечкой и единичкой. Посмотрим. Так, далее у нас, значит, тройка и единичка. Тройка будет контейнер калашников 32 грамма. Единичка будет контейнер сафари. Старые, отличные боеприпасы. Кто такие помнит? Сафари Professional. 32 грамма. Снег идет. Невозможно. Так. Тройка и единичка. Давай. Исходную. 31 метр. Погнали. Троечка. Четыреста восемь. Единичка. А единичка у нас почему-то не замедлила. Может, сильно быстро? Да, наверное, сильно быстро. Ладно. Да, надо было подождать. Он еще не успел, видимо, стабилизировать. Но... Погнали, посмотрим. Так, мишень сейчас возьмем с собой. Все, айда. Так, ну это был выстрел единичкой сафари. Это был выстрел троечкой. Но повторюсь, дистанция пограничная. Так, сейчас все отметим и включимся. Так, на троечке, значит, результат дал 77 дробин. Вот такая картинка. И на единичке результат ровно 50 дробин. Так, подойди подальше. Сейчас перевешиваем две мишеньки. Я думаю, бахнем метров на 20. Покажем, что получится. Я думаю, семерочкой и пятерочкой бахнем. Просто покажем, что будет на 20. Так, 20 метров. Ты снимаешь, да? Да. Устройство тоже. Цилиндр. Патроны. Семерка, контейнер калашников. Пятерка, контейнер фетер. Так, первая семерка. Левая мишень. Вторая пятерка. Погнали. Готов? Давай. Так, МРК отработала. Пойдем. Отметить, наверное, да, чтобы было наглядно. И включиться. Дистанция у нас была 20,5 метров где-то. Я встал на 21.
Вот. Ну и плюс ствол, да? Давайте отметим, включимся. Итак, на 20,5 метров, значит, семерочка в контейнере показала широкий бой. То, что и нужно от устройства, от цилиндра. 268 дробин. Весь формат мишей, в принципе, засеян. Вот. Пятерочка показала 172 дробины из 200, которые в боеприпасе. Считаю, тоже выстрел отличный. Тоже весь формат мишени засеян. Отойди, Виталий, подальше. Покажу для прохода. Пусть народ посмотрит, оценит. Считаю, устройство получилось достойным. Тянуться до 30 метров можно смело, я считаю. Вот, сейчас мы, наверное, его еще по тарелкам потестируем. Посмотрим, как что будет. Пишем комментарии, ставим видео лайкос. С вами были Саня и Виталий и канал Охотничьи Просторы Томича. Всем удачи, всем пока, до новых встреч.